гуляем. На улице так хорошо, так красиво, так свежо. Солнышко сегодня. Прям, вы же знаете, чувствуется весна. Вот, конечно же, по пути я фотографируюсь. Что ж терять время зря, пока ребенок играет. Вот. Вероника тут придумывает уже костры, уже сама себе тут игры нашла в лесу. У нас тут лесочек, вот здесь мы ходим, недалеко от дома. Так хорошо, когда есть уединение с природой, так сказать, уйти немножко. Вот, так что сегодня гуляем. Не знаю, может быть, дойдем до коньков, может быть, не дойдем. Что ты там делаешь? Не могу, не подожди. А что это такое? Что ты хочешь сделать? Огонь! Огонь? Ты веточки собрала? Да. И что ты кричишь? Я не могу загадать дежурный огонь. Я не могу. Да? А что ты кричишь тогда? Какое слово ты кричишь? Появись огонь! Да ты чё? Ты волшебник, что ли? Мам, я не могу. Ой. Как это делать? Как это делать? Но огонь не появляется, да? Ясненько. Надо купить новую волшебную палочку. Когда все пойдет, это у меня. Да ты что, новую волшебную палочку, и тогда все получится, да? Да. Ну ясно. Видите, огонь. И получится огонь. Ну ладно. Мы потом с тобой. Все, снеговик. И снеговик потом появится, вот это да. Здорово ты придумала. Ну ясно. Ну где? Мы с тобой одинаковые почти, да? Тра-татушки, тра-та-та. Не замерзла? Не замерзла. Ты меня сейчас толкнешь. Звонят Бэйби Синема. Ай-пясок. Ля-та-тунча. Эй-бизи. Рекламная пауза. Музыкальная минутка. От Вероники, да? Давай. Ангелочка, будешь делать на снегу? Да. Ну где этот снегот? Давай, пойдем. Давай, делай. И ножками. И ножками. Делай вот так еще ножками. Туда-сюда. Во. Первый раз на снегу так делаешь, да? Как и братишка так делаю. Да, классно тебе? Я так и братишка так делаю. Тебе нравится? Мне нравится. Круто, да? Покажу я и братишка. Ну ладно, теперь пойдем, да? Такая вот бабочка у тебя получилась. Мам. Ты бабочка или ангелочек, да? Мам, я бабочка. Ангелочек получился. Давай, пойдем. Получился ангелочек. Ну ладно, пошли давай, да? Поедем дальше? Нет, я сам. Ой, мои перчатки. Поедем дальше? Да, ну все, давай, садись. Сама поведешь опять? Ну, ё-моё. Давай, рули. Папа, папа, ты со мной сюда, а я сюда. Всё, идём, все на местах, всё. Мы все на местах, пошлите. Папа, теперь ты сюда. Пошли. Погода просто... Мне кажется, весна настала, хотя январь еще заканчивается, но уже весна. Смотрите, какое солнце вообще. Мороз и солнце, день чудесный. Кстати, хотела вас спросить, до какого числа у вас стоит елка? У нас до сих пор еще стоит. Вот. Ну, на выходных, наверное, уже будем убирать. Вы до какого числа оставляете елку или уже сразу после первых праздников январских убираете? У нас почему-то она почти всегда до конца января стоит. Вот.
вот сейчас уберем, не знаю, даже мне кажется, так пусто уже, привыкаешь, так красиво, гирлянды. Сейчас даже пустота. Ой, жалко. Люблю, когда стоит елочка, поэтому люблю, когда она стоит долго. Не хочу ее убирать, но надо. Теперь мы убираем наконец-то нашу елочку, в общем-то, всю новогоднюю атрибутику. Да, конец января, мы только ее начинаем убирать, так что не смеяться, кто уже убрал. Ты накрасила губы, покажи мне. Да. Вау, какая ты красотка. Ты такая красивая будешь убирать елочку? Да. А ты убирать звезду, а я звездочку. Да, звездочку мне убирать. Да. А ты игрушки. Игрушки. Игрушки? А если это зеленка? Убери. Ясно. Ой, шарик. Шарик? Вот. Шарик. Ах, разбираем. Так, голая елка. Эх, до следующего года. Ну что, теперь у нас наступает скоро День Святого Валентина, и будем вот это все декорировать сейчас ко Дню Святого Валентина. Начинаем! Ангелочек мой пришел. Мама, мне на ванне греет ангелочка. Маня, красивый ангелочек. Ты красивый ангелочек, конечно, очень. Как в мультике, как ангелочек летал. Да, ангелочек летал в мультике, да? Ты уже хочешь фотографироваться? Да. С листочками. С листочками такими? Я уже нарядилась. Не, еще красивее нарядимся, ладно? И прическу красивую сделаем. У меня еще длинная прическа. Длинная прическа? Да. Ты хочешь длинные волосы? Да. Угу. Я потом хочу готовиться. Не фотографироваться? Ну, ясно. Здесь я там хочу сидеть. Готовить. Вообще, я люблю сидеть. Да. Очень. Какая она красивая. Давай, покажи мне сердечко. Вот. Какая красота. Два, три, четыре, пять. Молодец. Вот это правильно. Вот и собрала. Почти ровно, да, даже? Приклеила. Ну все, молодец. Ты какая буква? Б. Гриб. Гриб. Бабочка, наверное, там. Но почему-то гриб нарисован. Странная, да? Книжка. Да, мама. Следующая буква какая у нас? Правильно. Молодец. Давай наклейку искать. Кит. Вот сегодня были на занятии, у нас сказка «Теремок», и по сказке «Теремок» вот мы там, значит, клеим героев, и это вот была лягушка, нужно было приклеить лапки, ну, в общем, все это приклеено.
Нарисовали мы только с ней вот черные глазки и реснички. Такая вот лягушка у нас получилась. А предыдущее занятие мы клеили вот такой дом из таких вот маленьких деталек. Это дверь, это окна. И вот их спрашивали, какая форма, сколько, допустим, окон и сколько дверей. Отдельно нужно было посчитать. Ну, что это круг, ну, форма, в общем. Спрашивали и считали. Ну, тут сколько лапок, к примеру, сколько глазок. Все это спрашивали. И спрашивали форму, что это овал и это овал. Вот такие вот у нас поделки на занятиях. Недавно мама приезжала и настряпали такие вареники, тирпельмени. В общем, с картошкой вареники. Когда сам стряпаешь, очень-очень это вкусно, конечно. Сейчас шли «Спокойной ночи, малыши», и дочь подвела меня к телевизору. Я вам ставлю фрагментик. Это ты, мама моя хорошая. Да ты чё? Это я в телевизоре? Да. Мамочка. А я не знала. Ну ладно. Откуда же вы знали? Успела запечатлеть. И она каждый вечер зовет меня и говорит, что это я в телевизоре, я веду «Спокойной ночи, малыши». Боже, как приятно. Меня сравнивают с Оксаной Федоровой. Где я, где Оксана Федорова, конечно, но, возможно, какие-то черты у нас совпадают. Вот. Потому что мы, дочки, вообще слова не говорили, и специально прям «Спокойной ночи, малыши» мы не призываем ее смотреть. Так совпадает, что периодически она смотрит «Спокойной ночи, малыши». Вот. И, конечно же, сразу реакция у нее идет то, что это я там в экране. Вот она, конечно, всех созывает и говорит: «Мама, это ты, это ты». Напишите. Похоже мы с Оксаной Федоровой. Вот. Мне, конечно же, это приятно. Хотя раньше, когда я работала в салоне красоты администратором, меня тоже часто, кстати, называли местной Оксаной Федоровой. Приятно, что ж, тут говорить. Вот. Так что напишите, есть ли у нас схожие черты? Похожа ли я на нее? Кстати, сейчас почитала, поинтересовалась ее биографией. И представляете, действительно совпадение, она стрелец, как и я. Она родилась 17 декабря, я 19 декабря. Ну, года только разные. Вот. Много общего у нас по биографии. Какие-то вот ее я посмотрела интервью. И как-то правда у нас много общего. Я тоже работала на службе на гражданской. Даже не знаю, может быть, это какой-то знак. Найду какие-нибудь наши схожие фоточки и вставлю обязательно этот момент. Самой это же интересно стало. Благодаря дочке я заинтересовалась ее персоной. Веселимся вечерами. Да? Да. Предыдущие два дня нам не давали покоя, да? Спокойно не спала. Да. Была температура 38. Да. Резали зубки. Ночью плакала. Болели зубки, то да. Кричала, да? Да. А сейчас все нормально? Да. Он уже прорезался, там уже видно? Да. Кстати, и он весь большой. Да. Да, и он такой маленький, красивый, как
цветочек. Да ты чё? И ты теперь не плачешь, да? Да. И сегодня наконец-то нет температуры. Тут Микки Маус. Нет температуры у тебя сегодня еще, да? Да. Сейчас придет две юки. И снова будет здоровые юки. Будешь здоровая? Ясно. Вот. Такие у нас были деньки. Веселые. Да? Ну, а на этом будем заканчивать свой влог. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч, новых видео. Пока-пока.